Мир вам! В ефірі телеканалу «Рудана. Бесіди про вічне». Я вітаю наших глядачів і вітаю нас у студії протоієрея Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександр, сьогодні триває Успенський піст. І якраз тему, я знаю, ви сьогодні підібрали таку пісню для нас. Да, тему подобрал не я, тему подобрал святитель Николай Сербский. Эта тема – ответ на очередной вопрос о внезапной смерти. Его спрашивает христианин, почему некоторые внезапно умирают. Дело в том, что в том городе, из которого пришло письмо к святителю Николаю, произошла авария автомобильная, в которой погибла женщина, молодая, и вопрос был, а как вообще со стороны религии, со стороны веры рассматривать подобную смерть? Потому что многие, как и тогда говорили, так и сейчас, что лучше уснуть вечером и утром не проснуться, либо чтобы смерть была быстрая и не устрашала своим медленным приближением. И святитель Николай объясняет православный взгляд на смерть и на то, какая смерть лучше и какая смерть более полезна для души. Потому что мы все понимаем, что быстрая смерть, она легче, но насколько она полезнее для души, тут большой вопрос. И святитель Николай объясняет, что наглая смерть – это смерть быстрая, это смерть без исповеди, без причастия, это смерть, которая часто посещает грешников, но реже она посещает и явных праведников. То, что для грешников быстрая смерть является наказанием, об этом свидетельствует святитель Николай Сербский, но он объясняет и смерть праведника быструю, также без видимого приближения смерти, без особой подготовки к смерти, потому что каждый из нас, наверное, бы хотел поисповедоваться, причаститься перед смертью, рассказать уже Богу все перед тем, как предстать и услышать от Него ответ за свою прожитую жизнь. И он приводит пример преподобного Арсения Афонского. Говорит, это тот святой, который причислен к лику святых, но, тем не менее, его смерть была наглая, она была без видимой подготовки. И он объясняет, почему так произошло. Святитель Николай говорит, что Арсений участвовал в стройке с некоторыми послушниками, и какая-то стена была неверно построена, и она завалилась и собой убила и Арсения, и этих же послушников. И Николай объясняет, что так происходит тогда, когда люди начинают излишне обожествлять человека. То есть, если я с Арсением, со мной ничего не случится. Если со мной преподобный Сергий, то со мной ничего не случится. Ну, в том плане, что не случится неприятного, потому что у нас тоже искаженное понимание событий, которые происходят с нами. Если происходит что-то неприятное, значит, это зло. Если происходит что-то приятное, значит, это от Бога. На самом деле, это вообще не показатель. И святитель говорит, что он специально посылает смерть такую для праведных людей, чтобы все остальные понимали, что жизнь и смерть в руках только одного Бога, что Бога невозможно подкупить даже святостью своей собственной жизни. И Бог другим, остальным в назидание показывает, да, этот человек свят, да, этот человек мой, он будет со мной, но тем не менее ему посылается такая смерть, потому что он всего лишь человек, хотя и всю жизнь отдал Богу и трудился для Него. Таким образом, святитель Николай объясняет, почему праведники умирают внезапно и без подготовки. Ну, а грешники, как уже говорил святитель, чаще всего умирают для того, чтобы прекратились их какие-то злые дела. В этом ключе необходимо рассмотреть и тот момент, который называется у нас предсмертная болезнь, потому что рано или поздно какая-то болезнь будет последней у нас. Каждый из нас, наверное, где-то внутри не очень желает себе предсмертной болезни, тем более такой болезни, которая касается многих жителей планеты, особенно нашего города, болезнь рак. Потому что болезнь чрезвычайно тяжелая как для болеющего этой болезнью, так и для родных и близких. В той терапии, которая проводится
над человеком, который уже приговорен к смерти, паллиативная так называемая терапия, которая призвана уже не лечить, а просто облегчить смерть. Эта паллиативная медицина и терапия, она очень дорогая, и у нас в Украине она очень сложная, поскольку у нас, в принципе, борются с наркоманами, но так борются с наркоманами, что не дают помощи умирающему от рака. То есть у нас настолько наркотики запрещены, что их может купить любой подросток на точке, но эти же наркотики только в другой фасовке и в другом варианте невозможно достать для того, чтобы помочь умирающему человеку, который нуждается. Потому что многие виды раковых болезней, они невосприимчивы к обычным обезболивающим средствам. Там необходимо обезболивание на уровне отключения нервной системы, что делает наркотик. Скажу из личного опыта, что эта болезнь, она производит чрезвычайные перемены в душе человеческой, такие, которые никогда бы не произошли при каких-либо других обстоятельствах. Потому что когда человеку телефонный звонок с больницы или маленькая бумажка, на ней написано «саркома», у вас саркома, в этот момент у человека меняется вообще все мировоззрение. Когда тебе говорят, что у вас, друг, метастазы в печени, то тогда тебе становится без разницы, что о тебе говорит соседка. Оказывается, это не так важно. Тебе становится без разницы, а что там на работе. Тебе даже становится не так важно, а как там мои внуки. И многие вещи, которыми мы живем, это оказывается настолько неважным перед лицом маленького диагноза, который говорит, что твои сроки на этой планете уже ограничены. Они, в принципе, точно обозначены. Ты можешь при помощи медицины, при помощи молитв, при помощи чуда это все отсрочить. Даже так бывает, что человек выздоравливает и получает исцеление полностью от своей болезни. Но он уже почувствовал над собой этот меч или, вернее сказать, косу смерти, который занесен над ним. Он занесен над каждым из нас, поскольку мы не знаем, вернемся мы сегодня домой или нет. Но я этого особо не чувствую. Умом я понимаю, что я смертный, но так где-то внутри думается, ну, еще несколько десятилетий у меня в запасе есть. Но когда тебе говорят, нет, десятилетий нет, есть 2-3 года в лучшем случае. Если Бог решит тебя исцелить, да, произойдет чудо, будешь жить еще. Но и человек меняется в этот момент кардинально. Необходимо говориться, что иногда диагноз вызывает ропот, непонимание, неприятие этого диагноза, борьбу за жизнь до последнего мгновения. Но тем не менее в большинстве людей этот диагноз производит благую перемену. И этот диагноз производит подобную же перемену не только в болеющем человеке, но и в том, кто находится рядом. Тот, который всеми силами пытается сохранить жизнь больному человеку, но понимает, что не в состоянии. Что бывают такие моменты, когда небо просто молчит. Ты молишься, а оно молчит. Оно смотрит на тебя, как ты это переживешь, какие ты выводы сделаешь и что ты поймешь вообще в жизни. Потому что у нас нет цели прожить на этой земле вечно. Это не удастся никому. Поэтому эта болезнь посылается именно для того, чтобы переменился и больной, и рядом находящийся человек. Можно смотреть на рак как на проклятие современного человека, который съедает очень много еще до произнесение диагноза, потому что многие просто страшатся заболеть этой болезнью. Многих ужас, что эта болезнь их постигнет. Но со стороны святителя Николая Сербского, как он объяснял о смерти, как она приближается и какова она должна быть, с этой стороны, с точки зрения христианской, я бы сказал, что рак – это благословение человека, потому что человек начинает видеть ясно свой конец. С точки зрения христианства, видеть приближающуюся свою смерть – это очень хорошо, потому что в эти последние дни, месяцы, минуты, годы, в эти дни меняется вообще все состояние человека, как изменился Достоевский. Вот. А что с ним произошло? Просто ему зачитали смертный приговор,
а потом его взяли и отменили в последние секунды, когда человек уже понял, что вот все, что ты сделал, оно уже осталось с тобой, а больше ты к этому ничего не добавишь. А потом и говорят, нет, мы вас помиловали. Вот подобное происходит, каждый перерождается в такого Достоевского, когда ему говорят или его близкому говорят, что вы больны, и больны неизлечимо. Ваша болезнь уже здесь на земле не лечится. Такая благая перемена происходит в этой душе. И поэтому такой страшной ценой, ценой больших страданий и физических, и материальных, и душевных, и сердечных, там страдания неизмеримы. И у больного, и в рядом находящегося человека эти страдания невозможно описать, их может понять только тот, кто пережил. Но этими страданиями покупается большая перемена человеческой души, потому что за перемены, которые требуют наши сердца, как за все в нашей жизни, необходимо платить. Плата дорогая, но оно того стоит. А почему одним дается поболеть, других Бог забирает более мягко, и смерть к ним приходит более тихо? Это, наверное, ответ на это заключается в жизни самих этих людей. И никто, кроме Бога и этих людей, наверное, ответ на этот вопрос и не имеют. Как в Апокалипсисе говорит Бог, что «дам имя каждому, и никто не будет знать этого имени, кроме того, кто дает имя, и кроме того, кто его получает». Это уже тайна между Богом и человеческой душой, между Творцом и нашей жизнью. Ну, я думаю, якраз зараз час кожному поміркувати над цим, тим більше, що про це радять святі, да, мати пам'ять смертну. Дякую вам, що ви сьогодні таку складну тему підняли. Думаю, складна для кожної людини. Ангел-хранителя. Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. В продовження нашої передачі ми поговоримо про видатних священнослужителів. Сьогодні ми в гостях у історика Анатолія Ухінченка. Анатолій Федорович, я вас вітаю. Про кого ви нам сьогодні будете розповідати? Сьогодні, уважаема Наталія Юрівна і уважаємі телезрителі, я хочу поділитися з вами інформаційним матеріалом о духовній діяльності Його Високого Пресвященства архієпископа Воронезького і Задонського владики Тихона Никанорова. Он, как известно, еще в 1981 году за свои духовные деяния и за свою мученическую кончину от рук безбожников был удостоен высокой духовной чести. Он по решению Архиерейского собора Русской Православной Церкви за границей был причислен к лику святых как новомученик. После объединения Русской Православной Церкви за границей под эгидой уже Московского Патриархата, то это решение было оставлено в силе, оно было подтверждено на совместном архиерейском соборе в знак того великого духовного подвига, который совершил владыка. Але я знаю, что владыка не наш земляк, и он не бывал у нас на нашей... Да, вы знаете, Наталья Юрьевна, владыка действительно родился на территории Новгородской губернии, в селении Кирюга, в семье псаломщика. Его ничто, конечно, не связывало с Екатеринославской нашей епархией, но все-таки определенная ниточка была. Почему? Потому что с ним на протяжении семилетнего периода, с 1913 по 1920 год, викарным епископом служил Владимир Шимкович. По сути дела, знавший очень хорошо нашу епархию и святительствовавший на ней в течение четырехлетнего периода в конце 19-го столетия. Тобто можно сказать, что они были духовными друзьями, так? Да, они были очень близки на духовном поприще, помогали, поддерживали друг друга в очень сложных жизненных ситуациях, особенно в период богоборческой советской власти. Будущий владыка, он родился в 1841 году, я уже сказал, в Новгородской губернии, в селении Кирюга. Поэтому с измальства он воспитывался в буквальном смысле под влиянием своего отца, псаломщика в церковной ограде, часто посещая литургии в православном храме своего родного селения. Закончил церковно-приходскую школу, Кирилловское духовное училище и Новгородскую духовную семинарию. А в 1881 году будущий архиерей, а в миру это Василий Варсанафьевич Никаноров, он успешно со степенью кандидата богословия закончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Некоторое время он служил преподавателем в Новгородской духовной семинарии, которая стала для него родной на долгие годы. А в 1884 году он принял монашество. При принятии монашеского пострига был наречен
именем Тихон, в честь знаменитого русского святителя Тихона Задонского. Поэтому тоже после принятия монашеского пострига, вначале в сане иеромонаха, а потом в сане архимандрита, он и преподавал, и возглавлял, будучи ректором, Новгородскую духовную семинарию. В 1892 году архимандрит Тихон был удостоен высокого духовного сана епископа, епископа Можайского, викария Московской епархии. Несколько лет он служил викарным епископом Московской епархии, а потом уже в сане епископа Витебского и Полоцкого возглавлял деятельность Витебско-Полоцкой епархии. В 1902 году владыка Тихон стал святительствовать в сане епископа Пензенского и Саранского в Пензенской епархии. Его святительство пришлось как раз на период, когда в 1905 году в Российской империи произошли беспорядки, организованные анархо-большевистскими революционными элементами, которые в историю вошли под названием так называемой Первой русской революции. Вспыхивали беспорядки, организованы были такие вот шествия неповиновения властям. У Пензе тоже было неспокойно. Да. Вы знаете, к сожалению, дело в том, что и в Пензе было очень неспокойно, хотя владыка во время своих архипастырских визитов он призывал людей сохранять спокойствие, призывал к согласию, осуждал насильственные методы вооруженной борьбы против существующей власти. Но, тем не менее, революционерам удалось посеять вражду на территории самой духовной семинарии в Пензе. Возникли беспорядки, в результате которых был убит ректор Пензенской духовной семинарии. Это дало повод не разобравшемуся в ситуации, не изучив ее досконально, молодому исполняющему обязанности генерал-губернатора Пензы написать реляцию, донесение на имя председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина и огульно обвинить в попустительстве вот этим вот деянием самого владыку. Это, конечно, было несправедливо. Владыка решительно выступил на свою защиту, на защиту многих благонадежных студентов духовной семинарии. Но, к сожалению, председатель Совета министров Столыпин дал указание уволить владыку на покой. Епископ Тихон написал прошение, и в 1907 году на несколько месяцев он оказался на покое. Но покой его был весьма непродолжительным. Буквально в этом же году он был приглашен, уже получил новое послушание и возглавлял деятельность Воскресенского Новоиерусалимского Московского монастыря, знаменитого монастыря, который действительно имел очень большую историю, большие такие духовные подвижнические деяния. Там проживало очень много монашествующих старцев, которые своей жизнью они вносили огромнейший вклад в укрепление духовности Русской Православной Церкви. От, до речі, зараз були проведені серйозні реконструкційні роботи, реставраційні роботи в цьому монастирі. І ті, хто буває, я думаю, наші криворіжці, паломники можуть відвідати вже оновлений монастир. Да, это большое счастье, потому что святость этого монастыря, она общеприйнята, общеизвестна. Она выходит далеко за рамки даже мира нашего православного. Она пользуется огромнейшим авторитетом и уважением этот многовековой монастырь, который имеет такую вот колоссальную духовную историю, такой духовный потенциал. А как долго владыка в нем служил? Владыка служил на протяжении шестилетнего периода. А в 1913 году состоялась его хиротония во архиепископа Воронежского и Задонского, и под свое начало он принимает Воронежскую кафедру. Там он прослужил до момента своей мученической кончины, до 9 января 1920 года. Принимал он активное участие в работе Поместного собора по избранию патриарха Русской Православной Церкви осенью 1917 и весной 1918 года. Кстати, он был арестован временным правительством по обвинению в том, что поддерживал отрекшегося от престола императора Николая II. Его обвинили в монархических действиях и на некоторое время заключили даже в тюрьму в Петрограде. Это случилось летом 1917 года. Но милосердный Господь берег своего слугу. Ему предстояло еще взойти на свою земную Голгофу. Поэтому, не найдя никаких аргументов для того, чтобы обвинить владыку, его отпустили. И он возвратился к исполнению своих обязанностей. В 1918 году в Воронеже установилась безбожная советская власть. Начинаются массовые репрессии против жителей этого города. Основной удар был направлен, конечно же, против духовенства. Кощунство и святотатство органы советской власти, в частности, губернское бюро так называемой Всероссийской чрезвычайной комиссии, обязало под страхом смерти, под страхом расстрела
владык Тихона и Владимира присутствовать на кощунственном вскрытии мощей воронежского святого епископа Митрофания. Многие очевидцы рассказывали, что после того, как безбожники вскрыли раку со святыми мощами святителя Митрофания, происходило очень много таких вот божественных знамений. Многие красноармейцы, которые там находились, теряли рассудок, многие умирали, сходили с ума, получали различного рода травмы, а многие и погибли. Поэтому Господь, конечно же, еще при жизни, при этой земной жизни, он не мог остаться безучастным к этим проявлениям святотатства и кощунства по отношению к святым мощам Митрофания. Тем не менее, советская власть, она была недолговечной. Город Воронеж осенью 1919 года был освобожден доблестными войсками Кубанского корпуса из состава вооруженных сил Юга России, которым командовал генерал Шкуро. И на несколько месяцев мир и порядок были в Воронеже. Это было очень благоприятное время, когда можно было не опасаясь за свою жизнь, совершать литургии, отпевать зверски замученных и убиенных безбожной советской властью жителей этого города. Но, к большому сожалению, не сподобил Господь. Закатилась под орлом белогвардейская звезда. Красные войска, пользуясь огромным численным преимуществом, начали теснить белогвардейские поредевшие корпуса к югу. Белые ратники с отчаянием защищали родную русскую землю, но, конечно, не могли устоять перед превосходящими силами противника. И вскоре огромная опасность захвата красными Воронежа стала реальностью. Генерал Шкуро прибыл в Митрофанию, в монастырь, в котором находились владыки Владимир и Тихон, и коленопреклоненно рекомендовал им оставить Воронеж. Но они выбрали свою судьбу, они взошли на земную Голгофу. Наверное, на их месте поступили бы и многие священнослужители православные. Они не могли оставить паству, хотя прекрасно понимали, что смерть буквально дышала им в затылок. Наконец, произошли трагические дни. Это был период 9 января 1920 года. Великий наш православный праздник. Это был третий день Рождества Христова в знаменитом, великолепном, Благовещенском кафедральном соборе города Воронежа. Владыки совершали праздничную литургию. И вот в этот момент, в переполненный собор, матерно ругаясь, выкрикивая различные богохульные выкрики, явились красноармейцы во главе с шедшим впереди в кожанке комиссаром. Кощунствуя и святотатствуя, комиссар зашел в святая святых алтарь, уселся на престоле, подкурил папиросу от семисвечника и распорядился на глазах всех присутствующих людей, которые были шокированы этим увиденным явлением, повесить на царских вратах владыку. Современники писали о том, что паства, которая там находилась, люди оцепенели от ужаса. Они не могли никогда даже в самых кошмарных таких мыслях, снах своих, подумать о том, на что способны представители безбожной советской власти. Владыка сильно побледнел. Он покачнулся, едва не потерял равновесие, осенил себя крестным знаменем и взошел на Голгофу. И никто его не захистил, да? Вы знаете, дело в том, что это произошло настолько неожиданно. Люди, они не могли даже осмыслить до конца, понять всего этого явления. Когда уже владыка испустил свой дух, то многие, в данном случае женщины, пожилые мужчины, они бросились для того, чтобы хотя бы оказать ему по возможности помощь. Но, тем не менее, комиссар скомандовал, солдаты выхватили револьверы. Под страхом расстрела люди начали отходить. Многие, конечно, плакали, люди рыдали, видя вот такой акт кощунства и святотатства. Но на этом не угомонились безбожные представители советской власти. В течение месяца они не разрешали по православному обычаю похоронить тело владыки. Месяц, коленопреклоненно, чувствуя тоже огромнейшую опасность, ходил в губ ВЧК владыка Владимир, чтобы получить разрешение и совершить православный чин погребения зверски убиенного владыки. То, что произошло в Благовещенском соборе, оно, конечно, не поддается ни понятию, ни прощению. То ужасающее явление, оно было направлено не только против владыки лично, который был зверски замучен безбожной советской властью, но оно было направлено на то, чтобы устрашить людей, чтобы показать, что ждет людей за посещение храмов православных, для того, чтобы запугать всех православных верующих. Люди, конечно, видя это все, скорбели и душой, и телом. Очень сильно скорбел и владыка Владимир. Но милосердный Господь удержал его от расправы, для того, чтобы он мог продолжить дело зверски замученного и убиенного владыки.
За свою мученическую смерть и за свой духовный и православный подвиг владыка был удостоен высокой духовной чести. Он был причислен к лику святых нашей православной церкви. Вначале, это я уже говорил, сделал архиерейский собор Русской православной церкви за границей, а потом уже и объединенный архиерейский собор. Тело убиенного владыки было похоронено в крипте Благовещенского собора. Там оно покоилось до 1956 года. А в 1956 году, выполняя директиву ярого безбожника страны Никиты Хрущева, городские власти принимают решение закрыть и разрушить Благовещенский собор. Этот великолепный православный храм, который простоял многие годы, который поражал своей красотой и величием, и в котором содержалась огромная божественная благодать, был приговорен к смерти. В этом же году собор был закрыт и разрушен. Останки владыки были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище. Там они покоились до 1993 года. И в этом году, в 1993, власти, уже когда не было Советского Союза, когда не было безбожной советской власти, было принято решение эксгумировать могилу архиепископа и похоронить его со всеми православными почестями, как новомученика Церкви Православной, непосредственно под полом Алексеевско-Владимировской церкви Акатова женского монастыря города Воронежа, что и было сделано. Дякую, что вы нашли для нас час. Спасибо, ангелы-хранители. Час нашої програми добігає кінця. Мені залишається тільки попрощатися із нашими глядачами і побажати усім миру, злагоди і любові. Ангела всім хранителя!